А люди были как волны, волны плыли в никуда. А море любит свободу, и без нее нам не в кайф. Привет, дорогие друзья! Заканчиваются мои майамские приключения. Забираю сейчас последнюю машину и уезжаю куда-то под Нью-Йорк. Вчера классно переночевал у Дэна, посидели с ним душевно, очень много выпили пива, пообщались. Было здорово, Дэн, привет тебе и спасибо еще раз за гостеприимство. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit, I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle, you cook with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it all out. Опять с колесом проблема случилась. Волосы мокрые, кепка насквозь мокрая. Смотри дальше. Майка. Насквозь мокрая, шорты насквозь мокрые, трусы мокрые. Вот это работа, охуенно, да? So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the fumble, but I don't think they know me. Straight to the depths of hell is where them cowards gone. Well, all your shield down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sold for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Друзья, сейчас нахожусь в Ньюпорт-Бич, классный город, замечательный, и пригород еще лучше. Природа, лес, здесь свежий воздух, прям прохлада. Очень здоровское место, мне прям Ньюпорт-Бич понравился. Но здесь живут очень богатые люди, здесь такие поместья, сейчас в одно довозил. Хозяйка там вышла такая на лошади, принимать машину. В общем... Здоровское место. Слушайте, у меня с этими колесами прям беда какая-то. Знаете, такое выражение, как лыжи с самого начала не поехали, вот оно у меня продолжается. Помимо того, что ночью с колесом такая проблема случилась, на утро поехал, и в трейлере пропали тормоза. Возможно, это, скорее всего, магниты. В общем, тоже надо ремонтировать. Едем дальше. Сейчас кофе пить, я с утра самого работаю с 4 утра, короче. Пускай весь мир подождет, а сейчас я пью кофе. Слышите, подшипник разбит уже. Друзья, что-то погодка резко испортилась. Пошел сильный дождь, прям потемнело, как будто вечер поздний. Уже почти ночь. А было солнышко, утро замечательно, вообще ничего не видно, а? Офигеть, какой-то шторм попали, друзья, пристегивайте ремни, сейчас будет ураган. Прям гром гремит, молнии сверкают, дорогу не видно, ни черта, смотрите. Каждый ищет то, что вечно. Теперь понимаю, почему эти места англичане стали колонизировать, заселять одними из первых, потому что они здесь себя чувствуют как дома. Пышный лес, как в Робин Гуде. Дождь постоянный, надеюсь. Пасмурно, мрачно. В общем, реально они сюда приходили. О, мы как в Англии. Пацаны, сейчас мы приехали в город Вудсток. Неожиданно город Вудсток оказался симпатичный, туристический, маленький. Горный городок, прям машин здесь много, туристов прям все приезжают, ресторанчики,
неожиданно в горах найти вот такой вот город. Вот такая здесь прикольная аутентичная кафешка, сделает завтраки, кофе. Сейчас попробуем, вкусно или нет. И пацаны вон стоит, вон видите, Ума Турман стоит. Представляете? Я офигел. Я диарею от камеры прячусь, а она стопудово. Офигеть, да? In cafe see Uma Thurman. It's possible. Yeah, it's now. Yeah, yeah. She's here. She lives. Maybe 10 minutes that way. Oh, way cool. I think Uma Thurman, not Uma Thurman. Да, Юр, приветствую. Артём, привет. Есть минутка поболтать? Да, конечно. Слушай, ну скажи, вот ты поездил уже с сиделом. Чё, лучше? А. Как вообще? Да, не знаю, я так кошелек положил, знаешь, забыл как будто. Да и не останавливаю. Один раз меня остановили, в Норт-Каролине остановили. У меня там 30, по-моему, тысяч был вес. Короче, у меня же Porsche Plate вот эти не стоят, как коммерческая регистрация, типа. Ага. Но он мне просто на компанию выписал этот штраф, что регистрация неправильная. И все как бы. За перерез уже плюс вот этого лишнего. Хорошо, ничего не было уже. То есть суда не было, просто штраф выписал, что регистрация, короче, неправильная. И на аутосервис меня там из-за резины поставил, у меня там резина была уже такая лысоватая. И из-за этого. А так, короче, нормально все, в принципе. Uh-huh. Уже как бы лучше. Но регистрацию надо делать, блин. То есть получается, ты не можешь, как вот, ну все ж ездят на физиках эти машины, правильно, тройки? И, соответственно, чтобы ты сиделом работал, они должны оунеры переделать регистрацию на коммерческую. Да, вообще, ну, как бы в нормальных компаниях, не то, что нормальная компания, такие большие, кто делают правильно все по закону, они делают регистрацию, то есть, как бы, Давид, по идее, должен для меня сделать регистрацию, это Porsche Plate, ИФТ, вот это все дела, но за дорогой. Но они, видишь, не делают, ну, это вообще мало кто делает, и поэтому... Приходится так на обычной регистрации ездить. А высокий штраф за неправильную регистрацию? Ну вот, в Каролине $560 дали штраф. И $100 за ИСТУ. Да. Тоже не маленький. Ну да, да. Но он еще, да, видишь, на компанию выписал, которая в регистрации указана. Я ему сказал, что я драйвер, типа. Но там в регистрации моя компания тоже указана. То есть так на мою компанию зарегистрирован. Пришлось оплатить, короче. Вот. А так, да, как бы все равно, знаешь, даже если остановят, все равно как-то уже какой-то. Ну, в некоторых штатах за вот это тоже, это, короче, минус надо для нормальной регистрации делать. Я сейчас хочу на следующей неделе заняться. А в некоторых штатах вот за подкрутку этого логбука тоже криминал есть. Слышишь? Да, да. Вот сейчас мне нельзя с делом байпасить. PlayStation нельзя, логбук нельзя, короче. Ну, нормально надо, чтобы был, короче. Вот туда, в штаты Монтана, Вашингтон, Айдахо, я туда не езжу, вот там
могут нормально так, короче, выписать залог. То есть, ну, как бы уже, видишь, надо к этим вещам уже серьезно относиться. Ну, то есть, получается, ты с одной стороны избегаешь криминала, а с другой стороны можешь там схватить. Да, 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 да. Да, знаешь, на обычных правах как будто это проще было, такой ответственности прям не было. Да, там за перевес давали, нанимаешь адвоката, но это, ну, тоже, не знаю, все равно, мне кажется, плюсов больше, как бы, знаешь. Если все нормально сделать, регистрацию там ерунда, по сути, понятия там не говорили, вообще можно без MCDOT сделать регистрацию. Я вот хочу узнать, и если нормально все сделать, то можно работать спокойно, вообще ездить, вообще без проблем. Ага. То есть все равно плюсов как бы больше. Ну, от наисте все равно, если видят, сидел, как бы все равно лояльно как бы относится. Да, там тебе за регистрацию, за ИФТу, может, штраф дадут, за ИФТу $100 штраф там. Но как бы ерунда все равно. Mm-hmm. Больше, чем, лучше, чем, да, там адвокатов нанимают, вот эти качели там, да. Ну, сидел тоже, как бы, он, не знаю, кто хочет себе, наверное, с этой профессией связаться, потому что от многих я слышал, что, наоборот, полицейские больше придираются, типа, как уже, что у тебя профессия. Ну, да, ответственности профессия. Больше, да, да, да. Но я не то, что связать хотел, я, блин, просто что-то решил сделать, думаю, там, там еще пацан знакомый делал, он говорит, поехали, я говорю, а, да, поехали, сделаем, знаешь, просто так, не было прям цели. Я вообще с самого начала всем говорил, я не буду делать, я не хочу, это сидел, там, я сейчас поработаю, и все. Просто я уже там, у меня уже третий раз, меня три раза в Иллинойе поймали. И последний раз вот на Спрингфилде меня поймали на 55-й деревянный, помнишь, мы везли тогда. Да, да, да. И там, чтобы мне отбить этот штраф, мне надо было сидел там. Ну, у меня уже был пермит тогда, он, в принципе, там уже судья согласился, ладно, что у него пермит есть, но я уже адвокату сказал, короче, я сидел, сделаю. До мая суд перенеси. Я поеду, сидел, сделаю, и я, короче, ему сказал, что сделал, поехал, сделал. Пермит – это как-то когда так... ты все эти письменные экзамены, тесты сдал, да? Да, да, тесты на компьютере, да, когда ты предсидельные эти сдаешь, уже пермит тебе дают. Хотя бы пермит можно получить, это как обычные права, но все равно как чуть-чуть плюс такой есть, вот знаешь, тоже. Если прям сидельный хочешь сделать пермит, он бесплатный, как бы... Тут даже проще отбивать твой этот штраф, если вдруг что-то. Ну, кстати, да. Надо попробовать пермит сделать. За бортом идет дождь, только что закончил монтировать видео. Видео я вам делаю, можно сказать, за рулем, поэтому не забывайте ставить лайки за такие акробатические трюки. Если меня поймает полицейский, когда я делаю видео, представьте, как он меня накажет. Поэтому хотя бы лайкните разочек и... Спасибо вам за просмотр. Увидимся. Пока.